Да, вот сейчас у многих идут экзамены, за детей просят помолиться. Пишите, мои дорогие, в личные сообщения в директ, пишите имена, о ком помолиться, и обязательно я на молебнах буду поминать ваших школьников, студентов, кому нужна помощь. Вот многие сейчас рассказывают о том, когда просто дети узнают о том, что за них молятся, им уже становится спокойнее на душе очень часто, и уже, поскольку нету стресса, нету волнения, сдавать экзамен уже гораздо легче. Поэтому это тоже такой момент, что мы можем близких привести к Богу. То есть даже если наши близкие, может быть, не очень верят, но когда им рассказываешь о том, как правильно молиться, о том, что нужно молиться сейчас, если какой-то непростой жизненный период, то очень часто это приводит к тому, что люди начинают молиться, и когда видят результат, как молитва искренне помогает, то у них вера укрепляется. Очень часто жизнь меняется после этого.